Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Иван Ян Трофимович Хруцкий, белорусский и русский живописец, академик Императорской академии художеств, известен своими натюрмортами и групповыми портретами. Родился 27 января 1810 года в местечке Ула, ныне Бешенковский район Витебской области, в семье греко-католического священника Шляхтича Томаша Хруцкого. Среднее художественное образование Иван Хруцкий получил в Полоцком высшем пиарском училище. В 1827 году приезжает в Санкт-Петербург, здесь до 1829-го брал уроки у английского живописца Джона Доу и одновременно занимался в Императорской академии художеств в качестве вольно приходящего ученика. Копировал в Эрмитаже. В 1830 году Хруцкий поступил в Академию художеств. Там он учился у таких мастеров, как Варнек, Воробьев, Брюлов, Бруни. В 1839-м после смерти отца уезжает в Санкт-Петербург. В 1844-м приобрел имение в Полоцком уезде, 10 километров от Полоцка, где по собственному проекту построил дом и заложил сад. В 1845-м Хруцкий постоянно живет там. Умер 13 января 1855 года. Был похоронен в фамильном склепе имени Захарничи. Ему было 74 года. Известен как художник, работавший в русле русской академической школы. В историю искусства он вошел своими натюрмортами. Первые датированные этюды художника относятся к 1832 году. За картину «Цветы» в 1836 году Хруцкий был награжден Академическим советом большой серебряной медалью. В том же году ему было присвоено звание свободного художника. Часто пейзаж служил фоном в портретах и жанровых полуфигурах художников. После переезда в Виленскую губернию Хруцкий не оставляет занятий живописью, однако теперь он в его работах преобладает иная ориентация и иные направления. Художник выполнил большое количество работ по заказам своего покровителя, литовского митрополита Иосифа Семашко, с 1845 по 1855 годы. Он пишет иконы для Александра Невского собора в Ковно, для церкви святого Иосифа Обручника в Тринополе. Еще одна линия творчества художника в это время представлена изображением интерьеров, своеобразным жанром, так называемых, в комнату. Также в этот период художник часто пишет портреты, которые он, как правило, вводит в интерьеры. Собственно, в портретном творчестве Хруцкий проявляет себя мастером несколько суховатым и натуралистичным, учеником скорее западной, чем русской школы, пишет групповые портреты. Был женат на Анне Ксаверьевне Адворонж-Бибновской, дочери капитана Костюшкинской армии. Супруга Хруцкого по одной из версий изображена на полотне художника, портрет неизвестен. Анна Ксаверьевна пережила мужа на несколько лет, но точный год ее смерти неизвестен. Ну, вот так вкратце из Википедии о белорусском и русском живописце, академике Императорской академии художеств, который был известен своими натюрмортами и групповыми портретами, Иване Трофимовиче Хруцком. Пока-пока, до свидания.